Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Сегодня мы расскажем о российских звездах, которые были уличены в разнузданном поведении. В российском шоу-бизнесе можно встретить определенное количество знаменитостей, которые в разное время позволяли себе разнузданное поведение. Зачастую они совершенно не думали о последствиях. Судя по всему, так называемый звездный статус серьезно вскружил им голову. Конечно же, в последнее время все чаще можно встретить звездных личностей, которых особенно не волнуют окружающие. Они живут в свое удовольствие, но иногда переходят грань. Речь идет о вопиющих случаях, при которых поведение знаменитостей является неадекватным. В этом видео мы собрали информацию о тех российских звездах, которые были уличены в разнузданном поведении. Кто-то из них раскаялся, а кто-то предпочел сделать вид, что ничего не произошло. Популярный некогда певец Витас остается на слуху из-за своего далеко не идеального поведения. Слава, которая вскружила голову артиста, никак не дает ему покоя в обыденной жизни. Именно по этой причине он на регулярной основе оказывается в центре скандальной хроники. Не так давно на артиста пожаловались соседи из-за стрельбы. Позже выяснилось, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, Витас начал стрелять по воронам. За это его доставили в полицию, а позже вынесли решение, согласно которому он несколько дней провел за решеткой. На первоначальном этапе своей карьеры, как это часто бывает с российскими артистами, певец Дима Билан испытал на себе все прелести звездной болезни. Он не думал о том, что своим поведением может причинять дискомфорт тем людям, которые его окружают. Речь идет о шумной вечеринке с девицами из эскорт-агентства. Веселье Билан устроил, будучи на гастролях. На протяжении почти всей ночи он с друзьями развлекался в гостиничном номере, а на утро на него пожаловались соседи. Однако Дима не обратил на замечание никакого внимания. Певец Сергей Шнуров также относится к числу тех артистов, которые не могут в полной мере отвечать за свои поступки, в том числе на сцене. Он отличается абсолютной непредсказуемостью, что особенно проявлялось в те годы, когда исполнитель становился узнаваемым музыкантом. Во время одного из своих концертов Шнуров пошел на такой смелый шаг, как полный отказ от одежды. Зрители, которые не были готовы к такому повороту событий, оказались неприятно удивлены. Впрочем, сам исполнитель заявил, что не видит в своих действиях ничего страшного. Актриса Оксана Акиньшина относится к тем девушкам, которые предпочитают не опираться на помощь мужчин, когда речь заходит о конфликтных ситуациях. Она самостоятельно разбирается с трудностями, что иногда приводит к неправильным с точки зрения закона инцидентам. Так, несколько лет назад она подралась с соседкой, которая попросила артистку переставить машину, которая загораживала проезд. Эту неприятную историю удалось сгладить благодаря помощи окружающих. Извиняться Оксана не стала, а соседка отделалась легкой ушибами. А кого еще из российских звезд вы бы добавили в наш список? Поделитесь этим в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал.